Косметолог Оксана Мігіда у нашій студії. Доброго вам ранку, раді вас бачити. Добре утро. Я сподіваюся, що ваша інформація стане у пригоді всім нашим глядачам. А вас запрошую до діалогу. Наш номер 76-92-42. Можете поставити наші гості свої запитання, правда? Звісно. А я хочу запитати, скажіть, будь ласка, Оксаночко, а з якого віку потрібно завітати вперше до косметолога? Коли ви чекаєте? Вы знаете, люди разнообразного возраста ко мне приходят разного возраста, потому что и подростки, да, имеют проблемы, ну, мы как-то с вами поговорим на эту тему, и возрастные изменения тоже женщинам доставляют дискомфорт, ну и женщины есть, которые просто за собой всегда ухаживают, регулярно посещают косметолога, поэтому четкого возраста я вам не могу назвать, когда нужно посещать косметолога, и в 14 лет, и в 20, и в 60 всегда приходите и ухаживайте за собой. Не чекаючи проблем. Конечно. А от на наступне запитання, я думаю, що потрібно дати доволі чітку відповідь. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, косметологу необхідна медична освіта? Очень замечательный вопрос, потому что очень многие девушки ко мне, даже когда приходят на прием, то они говорят, что они бы тоже хотели получить такую профессию и какое им нужно для этого образование. Я хочу вам сказать, что косметология – это вообще прекрасная наука, это замечательная профессия. Что может быть прекраснее, когда ты даришь девушкам, женщинам красоту, молодость, ухоженность? Поэтому я считаю, это лично мое мнение, что косметолог должен иметь медицинское образование. Но если у девушки нет возможности обучиться в медицинском училище или в медицинском институте, она может закончить курсы косметолога и быть косметологом-эстетистом. Такие косметологи-эстетисты могут работать также с клиентами, но они делают в основном уходовые процедуры. Это массажи, это какие-либо маски для лица, все, что связано с уходом. А вот косметолог уже с медицинским образованием, он может делать и чистки лица. Доктор-косметолог с высшим медицинским образованием может делать инъекционные процедуры. Но мое мнение, я опять акцентирую на это внимание, что я считаю, что косметолог должен иметь медицинское образование, потому что ты работаешь с человеком. Не дай бог будет какая-либо аллергическая реакция. Ведь часто люди даже сами не знают, на что у них может быть аллергия. Косметолог с медицинским образованием имеет право и может оказать первую медицинскую помощь. Косметолог с медицинским образованием может поставить диагноз, правильно? И вообще определить, какое состояние с кожей. Я ведь часто направляю даже девушек на консультацию к дерматологу, к гинекологу, если это требуется. У вас не тільки медична освіта, а і такий суттєвий медичний досвід. Чи ставав він у пригоді вам у вашій професії косметолога? Конечно, потому что я очень много работала операционной медсестрой в БСМП, я горжусь своей профессией, я безумно скучаю за этой работой. И, конечно, этот опыт мне также он нужен для моей сейчас профессии, потому что также инъекции мы делаем, и я досконально знаю анатомию человека, что мне очень-очень важно. Ну, перейдемо из профессии косметолога до тех, власне, для кого косметологи і існують, і працюють. І ви говорили, що найперші проблеми, з якими приходять до косметолога, це вікові, підліткові. Чому у підлітків ось такі проблеми зі шкірою виникають? Действительно, очень часто ко мне приходят подростки, у которых есть воспаление на коже, у которых, ну, в народе говорится прыщи, а в косметологии это называется акне. Они псуют життя. Конечно. Підліткам, молодым девчатам, хлопцам. И чи можно им допомогти? Конечно, они приходят, потому что именно в этом возрасте они уже как-то начинают обращать внимание друг на друга. Это им доставляет дискомфорт. Это также негативно сказывается на их психическом состоянии, согласитесь, да, со мной тоже. Они замыкаются в себе, чувствуют себя не так полноценно. И поэтому, когда ко мне приходят подростки, конечно, с ними нужно работать. С ними нужно общаться, не только сесть и там, помочь поработать с кожей, а также и поговорить с подростком и объяснить, что эта проблема, она не глобальная. Ее можно решить. И почему, вот, да, вы задали вопрос именно в подростковом периоде вот эти вот неприятные проблемы. Потому что именно в подростковом периоде детский организм
перестраивается во взрослый организм и идет формирование гормонального фона. И вот именно в подростковом возрасте еще гормональный фон не устаканен, понимаете, вот ну, какой-то еще может быть дисбаланс. Вот именно поэтому у подростков есть вот такие вот воспалительные элементы, есть прыщи на лице. Девочек я отправляю, конечно же, к гинекологу, им проще, да, можно подобрать оральные контрацептивы, которые обладают антиандрогенным действием, то есть снижают уровень тестостерона. Мальчиков я отправляю к дерматологу обязательно на консультацию, ну и как косметолог я уже лечу последствия. Зрозуміло, з цим ми розібралися. А чи можна підлітку робити чистку обличчя? Ось якось кардинально з цими хірургічними шляхами боротися із цими проблемами шкіри? Конечно, можно, потому что чистка лица, она может быть разнообразная, и ультразвуковая, и механическая. И, конечно, ты косметологу помогаешь, ой, извините, ты подростку помогаешь, потому что ты очищаешь поры подростку, и ты убираешь оттуда все загрязнение, все, что там, вот этот кожное сало в избыточном количестве, которое накапливается. Поэтому чистки нужно делать, да, это, конечно же, правильно. Это не означает, что людина сама стала перед зеркалом и почала робити чистку. Нет, мы же говорим с вами о профессиональной чистке у косметолога. Я просто хочу наголосити на цьому, щоб і ви також свою думку косметолога сказали, своє ставлення ось до таких вчинків, коли люди самі починають молоді, не досить молоді, самі починають боротися з цією проблемою. Ні, звісно, самі вони собі так не видавлять ніколи, не очистять прищ, не очистять своє лицо, вони тільки можуть усугубити проблему. Но я ще хочу вам сказати, вот, що коли ко мені приходять клієнти, якщо ми вже зараз з вами почали говорити о подростках, я завжди на всіх клієнтів завожу медицинську карточку. Я завжди спрашиваю, який возраст. І якщо взагалі вот, прищі до 21 года это считается норма, потому что именно до 21 года по физиологии именно идет восстановление гормонального фона. А вот если после 21 года, то это уже проблема. Треба її шукати, треба шукати її причину. Конечно. І боротися, долати причину. Да, да. А чи можна, повертаючись до процедури чистки обличчя, її поєднувати із іншими процедурами, наприклад, із масажем? Ви маєте в виду в одній процедурі? Так, в одній процедурі, зараз. Тоже приходят девушки, говорят, сделайте мне чистку лица, сделайте мне пилинг и массажем закончим. Нет, нельзя. Ось так, а чему? Потому что чистка лица есть чистка лица. Мы открываем с вами поры, да, потом я делаю поросуживающую маску и так далее. Как я после чистки могу сделать массаж, если я беру массажное масло, которое тяжелое, зачем нам снова с вами забивать поры? Ну, или там инъекционные методики. Всему свое время. У меня для каждого клиента всегда одна процедура. Но я никогда не смешиваю это все в одно целое. Мы зараз даем відповіді на такі найгостріші запитання, з якими люди приходять до косметолога. І дуже часто в різноманітних косметологічних засобах можна побачити, що таку позначку, як pH шкіри. Що це таке? Тоже я всегда всем рассказываю, это нужно знать. PH кожи, наверное, многие из вас слышали такую аббревиатуру. PH кожи – это защитный барьер на нашей коже, защитный слой, который выстилается на поверхностном слое эпидермисе, на роговом слое, тем самым защищая нашу кожу от раздражающих внешних факторов. Перепады температуры, холодный воздух, грязные руки, какие-либо бактерии. PH кожи состоит из выделяемого кожного сала, пота, он просто нам необходим для того, чтобы защитить нашу кожу. Потому что очень часто мы даже сами того не замечаем, трогаем руками какие-либо ручки, поручни, затем мы поправляем волосы с лица, а на наших руках могут быть бактерии. Поэтому pH кожи – это защитный слой. Отже, выбираючи косметологический засіб, треба враховувати и ось цей показник. Правда? Для того, чтобы восстановить pH кожи, нам необходимо пользоваться тоником. Потому что, когда мы с вами умываемся, вода нейтрализует pH кожи. А когда мы после с вами того, как мы очистили лицо, умыли, протираем лицо тоником, на спонжик мы наносим несколько капель тоника, протираем лицо, мы с вами восстанавливаем pH кожи. Але це вже тема, мабуть, для наступної програми. А зараз час прощатися. Ми дякуємо нашій гості за цікаву і змістовну розмову. Враховуємо всі ваші поради і зустрічаємо весну в гарному настрої, доброму гуморі.